Дорогие зрители, не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Просто новости, каждый день. 1 июля 2002 года в небе над Боденским озером произошла авиакатастрофа. Грузовой самолет Boeing 757 столкнулся с самолетом башкирских авиалиний. На борту самолета находилась Светлана Калоева с 10-летним сыном и 4-летней дочерью. Они улетели из Уфы в Испанию к отцу семейства, который к тому времени уже 2 года работал по контракту в строительной фирме. В одночасье Виталий Калоев потерял всю семью. Спустя 17 лет он смог вернуться к обычной жизни и даже обрести личное счастье. Как сообщалось в прессе, причиной катастрофы стала ошибка авиадиспетчера Петера Нильсона. В ту роковую ночь он в нарушение правил остался на рабочем месте один. Нильсон отвлекся и задремал, и пропустил момент опасного сближения 2 авиалайнеров. Спустя 1.5 года после трагедии никто так и не взял на себя ответственности за случившееся. Диспетчер свою вину признать отказался. Родственники погибших не дождались ни извинений, ни наказания виновных. Тогда Виталий Калоев, который так и не смирился с потерей, решил взять правосудие в свои руки. Он прибыл в небольшое швейцарское местечко Клотен, где диспетчер проживал со своей семьей. Убитый горем отец и муж принес Нильсону фотографии погибших членов семьи. Но Нильсон отказался разговаривать с непрошенным гостем. И тогда обезумевший от гнева Калоев нанес ему несколько ножевых ударов. Диспетчер скончался на месте. Суд Цюриха приговорил мстителя к 8 годам лишения свободы. Но уже спустя 2 года он вышел на свободу по решению Верховного суда Швейцарии. Спустя годы после трагедии Калоев сумел примириться с утратой и начал жизнь с чистого листа. В июне 2018 года он женился на своей избраннице Ирине, которая в скором времени подарила ему 2 близнецов – сына Максима и дочь Софию. Новость обнародовала Ксения Каспари, написавшая книгу о непростой судьбе Виталия Калоева. «Друзья, рада сообщить вам, что Виталий Калоев сегодня снова стал отцом. У него родилась 2 сын и дочь. Я очень, очень рада за Виталия Константиновича и его супругу Ирину», – говорит Каспари. А недавно информационный портал «Новости Осетии» разместил на странице в социальной сети Instagram фотографии Калоева с подросшими малышами на руках. На фото счастливый отец нежно прижимает к себе 2, одетых в национальные осетинские костюмы. Впервые за долгое время на лице Виталия Калоева появилась улыбка. Пользователи сети пожелали благополучия семье народного мстителя, пережившего страшную трагедию много лет тому назад.